России следует поставить условием продолжения военно-технического сотрудничества с Арменией демонтаж памятника пособнику Гитлера, основателю армянского подразделения СС, осужденному советским судом Гарыгину Нже, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Россия должна поставить условием продолжения военно-технического сотрудничества с Арменией демонтаж памятника нацистскому коллаборанту Гарыгину Нже в Ереване, написал Коротченко в своем телеграм-канале, передает канал 13.